Так, участок сои с междурядьем 50 сантиметров и различные нормы. Это первая норма у нас 100 тысяч. Так вот соя выглядит. Там есть у нас, конечно, некоторые проблемы с боковыми ветвями. Они становятся тяжелее и по весу соответствуют на центральному стеблю. Иногда отваливаются. Но я так особо не вижу, чтобы соя страдала так местами. Так, 200 тысяч. Как бы нет краевого эффекта, тоже важно. 300 тысяч. 300 тысяч уже начинается проявляться краевой эффект, но не ярко выраженный. 400 тысяч. 400 тысяч, ну, неплохо выглядит. Неплохо выглядит, но вижу, что соя уже начинает даже местами ложиться. Ложиться с этим как бы междурядьем, потому что ей приходится в рядке как бы, ну, тянуться. Ну, не знаю, насколько это все круто. И бобики, конечно, заложены также высоко, где-то сантиметров на 12, наверное, первые. Ну и высота здесь тоже в пределах 1 метра. Так что есть вот такой вот эффект соя. Здесь у нас получается 400 тысяч. 400. Ну и дальше уже пошла соя у нас 100 тысяч. Так что вот так. Ну, здесь есть проявление уже на 400 тысячах недостатка элементов, влаги. То есть это все в комплексе, конечно, присутствует. Ну, посмотрим, какая будет разница, конечно же. Это самое интересное, потому что визуальный эффект не всегда соответствует ожиданиям. Так оно и есть.